Всем привет! Для точной разметки нам понадобится отбивочный шнур. Отбиваем и выводим угол 90 градусов. Собираем 1/10 часть нашего ковра. Приблизительно прикидываем нашу картинку. Вот так она выглядит на дизайн-проекте. То, что режется, пока оставим. Будем класть внутри ковра. Но для начала сделаем разметку, отталкиваясь от основной. Мой коллега занимается изготовлением таких гребенок. Если кому интересно, то можно заказать на сайте 9 плиток. Ссылка в описании. Нанесение клея получается равномерным. Проверим, как ложится плитка без промазки. Заполнение клеем на поверхности плитки 95%. Это отличный показатель. А размер плитки составляет 60×60. Производитель Россия. После того, как закончили класть прямые, приступаем к подрезке плитки для фриза. Укладем плитку без клея и наклеим малярную ленту в местах разреза. Затем сделаем точные размеры и расчертим карандашом. Все вышло неплохо. Thank you.
Далее режем ленту и убираем плитку. Пронумеровав ее по порядку, оставляем стрелочки, так как плитка будет резаться на части. Приступаем к подрезке. Подрезанная плитка с фризом должна соответствовать размерам с целой плиткой, выдержав зазор в 1 мм. Также отмечаем фриз в местах перекрестия. Все должно совпадать в идеале. Итак, все по порядку. Снимаем и режем. А затем кладем на сухую. We'll be right back.
заводские фрезы приходилось дорабатывать. Далее всю подрезанную плитку убираем по порядку. После чего приступаем к ее укладке. Для нанесения клея применяем всю ту же супергребенку. После равномерного нанесения клея начинаем класть подготовленную заранее плитку. Соответственно, фиксируем все элементы СВП. Гребенка действительно удобная. И дальше я вам покажу ее возможности. Ссылочку, где можно приобрести эту гребенку, я оставлю в описании под видео.
стараемся класть так, чтобы перекрестие совпадало в идеале. После укладки нашей плитки мы приступаем к подрезкам. На данный плиткорез есть обзор. Ссылку я также оставлю в описании под видео. А вот и пришло время показать возможности этой гребенки. Как я и говорил в предыдущем видео, гребенку можно регулировать, что очень удобно в нашем случае. Настраиваем гребенку в нужный нам размер. И поехали! Немного мешают СВП. Из-за того, что клипсы мешают, я перестал их оставлять. А на второй день просто прохожу электростамеской, что очень удобно. Разберем гребенку для чистки от клея. В принципе, она оказалась чистой в местах соединения. Все, подготовили нашу гребенку и приступаем к укладке. После нанесения клея мы устанавливаем СВП и с легкостью кладем нашу плитку. Данная СВП составляет 0,8 мм, а крестики 1 мм. И для того, чтобы не зажало клипсы, мы применяем крестики, да и чтобы перекрестие контролировать.
Сегодняшнее видео мы рассмотрим, каким должен быть зазор на плитке при теплых полах. В данное время я кладу плитку на теплый пол и применяю зазор в 1 мм. Я знаю, что все скажут, это плохо, но есть много подводных камней. Здесь я использую белый клей Bollard's Elite. Благодаря белому цвету его можно применять в качестве затирки. Высокая адгезия, водостойкая, изготовлен на основе высококачественного белого цемента с использованием полимеров и высокоэффективных модифицирующих и гидрофобных добавок. И чтоб этот зазор работал, нам надо по всему периметру стен была демпферная лента. Тем самым полы не зависят от стен и получается плавающий. Если у нас небольшое помещение, то зазор можно сделать минимальным. И полы будут работать как одна плавающая плита за счет демпферной ленты по кругу. При укладке плитки обязательно отступаем от стены от 3 до 6 мм. Тем самым мы создаем комфортные условия для теплого пола. После того, как мы поклали рисунок, выходим на прямые, но вначале пройду электростамеской для монтажа клипсов. И так по всему последнему ряду. Почему я не сразу их оставляю? Дело в том, что при протягивании гребенки они создают помеху. И мне пришлось прийти к такому методу, что очень удобно. Очень много пишут, чтоб я берег колени. Всем большое спасибо, но у меня на этот случай припрятаны вот такие наколенники. Просто их не видно, но очень удобно. Далее подготавливаем плитку на следующий ряд. Одновременно отбираем по рисунку, после чего приступаем к укладке. Оставляем клипсы в заранее приготовленное место и кладем плитку без всякой заморочки. За счет нашей супер гребенки у нас получается быстро и качественно. Кому интересен этот инструмент, я на всякий случай оставлю ссылку под описанием видео. Следим за узором, ну и за перекрестием плит. Все должно быть симметрично. We'll be right back.
После того, как подготовили место под клипсы, делаем подрезки. И опять наша гребенка-трансформер нас выручает. Мы с легкостью подстраиваем нужный нам размер и продолжаем дальше. Подрегулируем в проеме и протягиваем. Да, и что б я делал без этого инструмента? Работа пошла намного быстрее. Обязательно следим за перекрестием. Далее приступаем к подрезкам. Подрезки к стене я произвожу ручным плиткорезом. Режет отлично. Между плиткой и стеной обязательно оставляем зазор. Поехали дальше. Далее нам еще предстоит вставлять декор, но для начала мы сделаем разметку отбивочным шнуром. Под наш фриз режем плитку, чуть больше положенного, так как плитка слегка перекаленная, и она имеет свойство вот так раскалываться, что для нас неприемлемо. Поэтому мы режем чуть больше, снимая тем самым напряжение, после чего режется без проблем. Разметку делаем все той же малярной лентой. Вот так это будет выглядеть. Режем всю плитку. Делаем еще одну разметку. И выставляем все фрезы по нужному нам размеру. После чего вымеряем и режем. Затем все убираем по порядку. Далее приступаем к укладке. Наносим белый клей классом C2.
ТЕ-С1 с адгезией 1,6 на гребенку 10 мм. И приступаем к укладке элементов декора, подготовленными ранее. Следим за перекрестием плитки и корректируем. После укладки прямых приступаем к подрезкам. И укладываем их. Перед затиркой подготавливаем поверхность плитки. В затирку вместо воды добавляем латекс. Затирка получается эластичная, с зазором в 1 мм эта затирка прекрасно справляется. После нанесения затирки можно следом смывать. Такую затирку нельзя оставлять без замывки больше, чем на минуту.
иначе мыть будет затруднительно. А так получается все четко. Друзья, всю музыку для канала пишет мой сын Дмитрий. Кому интересно его творчество, заходим по ссылке и оцениваем. Ссылку я оставлю под описанием видео. Всем пока, спасибо за внимание.